Государственной национальной библиотеки имени Тимура Губатьевича Вальбаха. Сегодняшнее наше мероприятие посвящено Году науки и технологий. Вы все знаете, да, что 2021 год указом президента Российской Федерации был провозглашен Годом науки и технологий. Что такое наука? Наука – это двигатель прогресса. И в конечном итоге этот прогресс привел человека в космос. Также этот год ознаменован 60-летием полета человека в космос. Кто это был? Громко давайте все вместе. Юрий Гагарин. Наше мероприятие называется «Научная мысль человечества. Путешествие во времени». Вы сегодня узнаете, вам напомнят наши уважаемые ведущие, тех ученых, которые внесли вклад в мировую науку. Всем вам приятного просмотра, приятного прослушивания. А мероприятие наше сегодня проведут ведущие библиотекари читального зала Болгарова Залина и Тхакафова Индира. Давайте поприветствуем. Ребята, давайте поприветствуем Анну Ларисовну Олеговну за сектором по обслуживанию научных работников и специалистов читального зала. Добрый день, уважаемые гости библиотеки! Сегодня наше мероприятие проходит в рамках всероссийской акции «Библионочь-2021». Мы вас приглашаем на вечер науки, путешествие во времени. И, конечно, мы не могли обойти очень важную для всех жителей республики тему «Ученые республики в мировом научном пространстве». Медицинских открытий, бытовых и промышленных приборов, облегчающих и улучшающих жизнь человека. Спутниковое телевидение, интернет, сотовая связь, спутники гидрометцентра. Без всего этого мы не мыслим своего существования. Российским ученым есть что рассказать в части достижений по многим дисциплинам. Например, в области физики и химии выполнен синтез 6 тяжелых химических элементов таблицы Менделеева. Созданы технологии для получения светового излучения высочайшей мощности и многое другое. А в медицине ученые разработали препараты для лечения болезней с помощью генной терапии. Создали лекарства от болезни Бехтерева. Пожалуй, главным научным результатом 2020 года, стоящим вне всяких рейтингов, является создание вакцины от коронавируса, заявки на приобретение которых уже подали более 60 стран мира. Мысли всего человечества. Сделаем небольшой экскурс в историю науки. 8 февраля 1724 года Петр I подписал указ об образовании Российской академии наук, которая первоначально называлась Академией наук и художеств. В настоящее время она переименована в Российскую академию наук. В 1999 году в честь 275-летия ее основания учрежден значительный вклад и перечень мировых изобретений и открытий во всех сферах жизни человека. Запомните имена этих ученых: Михаила Васильевича Ломоносова, Дмитрия Ивановича Менделеева, Ивана Петровича Павлова, Константина Эдуардовича Циолковского, Петра Леонидовича Капицы, Льва Давидовича Ландау, Игоря Васильевича Курчатова, Сергея Павловича Королева и многих других, включая ученых современности, они оставили значительный след в российской науке. Нет человека, который бы не знал об этом великом ученом. Зачинатель химии, физики, астрономии, истории, географии в Российской академии наук. По инициативе ученого было создано производство по изготовлению стекла, глазури, фарфора. Ломоносовым были написаны первые учебники по химии, металлургии,
он изучал атмосферное электричество. Был создателем оптических приборов, с помощью которых доказал существование атмосферы на планете Венера. Ребята, представьте себе, сколько всего, сколько открытий у него. Переводил научную и художественную литературу, ввел в обращение множество научных и технических терминов. Опыт, явление, микрола, горизонт, микроскоп, оптика. Он написал поэмы, трагедии, сатиры, оды. В 1755 году был открыт Московский университет, основателем которого был Михаил Васильевич Ломоносов. Дмитрий Иванович Менделеев. Самым важным открытием Менделеева стал периодический закон химических элементов. Один из самых выдающихся изобретений всего человечества. Дмитрий Иванович видел его во сне. Помимо этого, он создал современную гидратную теорию растворов, уравнение состояния идеального газа, написал лучший для своего времени учебник по химии, определил температуру абсолютного кипения жидкостей, называемую критической, сконструировал пик определения плотности жидкости. Менделеева можно назвать ученым-энциклопедистом, физиком, метрологом, технологом, приборостроителем, нефтяником, воздухоплавателем. Во всех этих сферах у него были открытия и исследования. Петрович Павлов, создатель науки о высшей нервной деятельности. Он разделил процессы регуляции пищеварения, физиологические рефлексы, разделил на условные и безусловные. Иван Петрович исследовал психофизиологические типы темперамента и роли нервной системы в регуляции кровообращения. В 1904 году Павлов за работу по физиологии пищеварения стал лауреатом Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Его исследования внесли огромный вклад в развитие медицины, психологии, физиологии и педагогики. Петр Леонидович Карпица, физик-экспериментатор, инженер-новатор, был одним из разработчиков нового метода создания сверхсильных магнитных полей, исследования в области физики низких температур, плазмы, установки низкого давления для промышленного получения кислорода из воздуха. Все это принесло известность Петру Леонидовичу. И в 1978 году он был удостоен Нобелевской премии за базовые исследования и открытия физики низких температур. Лев Давидович Ландау создал школу физиков-теоретиков. Он автор классического курса теоретического магнетизма, физика низких температур, астрофизика, электродинамика, физика атомного ядра, физика элементарных частиц, теория химических реакций. В 1962 году Лев Давидович Ландау стал лауреатом Нобелевской премии за открытие. Игорь Васильевич Курчатов, основоположник советской ядерной физики и создатель атомной и термоядерной бомбы, атомных электростанций, реакторы для подводных лодок и ледоколов. Он был основателем Института атомной энергии. Курчатов – приверженец и основоположник использования ядерной энергии в мирных целях. Наших земляков в мировую науку. Итак, мы открываем рубрику «Ученые республики в мировом научном пространстве». Кумахов Муратин Абубекирович, кабардинец по национальности, наш с вами земляк. Муратин Абубекирович родился 26 июля 1941 года в селении Второй Лискен в большой семье Абубекира Кумахова и Кузы Балкаровой. Отец погиб на войне, мать одна вырастила шестерых детей. Примечательно, что четверо из одной семьи рода Кумаховых стали выдающимися учеными в различных областях науки. Старший Башир – доктор экономики, младший сын Муратин –
доктор физико-математических наук, профессор Института ядерной физики, руководитель Всемирной лаборатории Института атомной энергии имени Курчатова. Дочь Вадим Кумахов в 1964 году окончил физический факультет МГУ имени Ломоносова. После его окончания работал и преподавал в Институте ядерной физики МГУ имени Курчатова. Всемирную известность ученый получил в конце 70-х годов. Человеку без высшего технического образования не понять тонкости его деятельности. Достаточно главного. Мурадин Агубекирович Кумахов основал два направления в физике. И сегодня его имя открывает список выдающихся сынов Кавказа 20 века. Мурадин был не только крупным физиком-теоретиком, но и организатором, руководителем проектов по созданию новой техники, большая часть которой не имеет пока аналогов на мировом рынке. Многие из них отмечены премиями, медалями международных и российских выставок. Под его руководством было разработано более 10 наукоемких технологий, реализация которых позволяет России вернуть утраченные позиции в космосе, микроэлектронике, медицине, геологии, биотехнологии, приборостроении, наноиндустрии, микромеханике, авиации и других жизненно важных отраслях экономики, определяющих ее развитие в 21 веке. Кумахов – автор 10 монографий, изданных в разных странах, более 250 статей, 95 российских и международных патентов. Инеев Тимур Магомедович. Приятно осознавать, что покорение Инеева Тимура Магомедовича, который рассчитал орбиту первого искусственного спутника Земли и траекторию при спуске космического корабля с орбиты. Полет Гагарина и его благополучное приземление не могли бы состояться без работ Тимура Инеева и его коллег из Института прикладной математики под руководством академика Мстислава Келпыша. Родился Тимур Магомедович в 1924 году в городе Грозном. Отец – полтавский коммунист из селения Кюнделе. Он был активным участником строительства советской власти на Северном Кавказе. Имени Тимур у полтавцев в те времена не было. Настоящее имя мальчика – Тимир, что означает «железо». Надо иметь по-настоящему железо, да, неисправный станок, затянул себя правую руку, повредил ее так, что впоследствии ее пришлось ампутировать по самое плечо. Однако 19-летний Тимур не думал сдаваться. В 1943 году поступил на механико-математический факультет МГУ и увлекся идеями Циолковского. Мечты об освоении космоса привели Инеева в большую науку. В 28 лет он защищает кандидат Президиума Академии наук по результатам работы, начатой еще на третьем курсе и продолженной в аспирантуре. Найденная Инеевым тогда формула выбора оптимальной программы управления межконтинентальной баллистической ракетой позволила более чем на 10% увеличить дальность полета. Это был прорыв в освоении космоса. Королёва. С того момента и до самой кончины Королёва их дружба не прерывалась, а сотрудничество оказалось плодотворным. Ленинскую премию Тимур Магомедович получил в 1957 году после успешного запуска первого искусственного спутника Земли за участие в расчетах траектории его движения. Академик Инеев внес большой вклад в теорию и практику полетов планетам Солнечной системы. Малую планету под номером 5711 назвали в его честь. Ученые Кабардино-Балкарии проведывали в различных областях науки. Среди них Сергей Николаевич Задункин, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР и КБАССР. Абдуллах Казбулатович Микитаев, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор химических наук, профессор, советский и российский ученый в области полимерных материалов,
Семья ученых Ихвендиевых. Салих Ибрагимович, доктор философских наук, профессор. Тамара Емельяновна, доктор филологических наук, профессор. Фуат Салихович, доктор философских наук, профессор. Семья ученых, докторов, профессоров физико-математических наук Хаконов. Хазритали Бесланович, Мурата Хазриталиевича и Азамата Хазриталиевича. Это лишь несколько имен ученых Кабардино-Балкарии, внесших вклад в мировую науку. Всероссийская акция «Библия ночь» в этом году отмечает 60-летие первого полета ученых Константина Эдуардовича Циолковского и Сергея Павловича Королева. Педагог, крупнейший исследователь в области авиации и воздухоплавания, основоположник космонавтики, автор работ по аэродинамике, астрономии, ракетостроению. Константин Эдуардович заложил основы теории ракет и жидкостного ракетного двигателя, спроектировал аэростат, который позже назвали дирижаблем. Он был первым, кто решил задачу по посадке космического аппарата на поверхность планет, не имеющих атмосферы. Многие идеи и решения Циолковского нашли применение спустя время после его смерти. Сергей Павлович Королев – один из создателей советской ракетно-космической техники, основатель практической космонавтики. Сергей Павлович внес большой вклад в освоение космоса. Под его руководством были созданы первые геофизические и баллистические ракеты. 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года был осуществлен запуск космического корабля «Восток-1» с находящимся на борту Юрием Гагарином. Именно с этого момента началась эра пилотируемой космонавтики. Королева в его время совсем не знали за рубежом, так как все его достижения были засекречены. Но его разработки помогли впоследствии осуществить полеты автоматических межпланетных станций к Луне, Венере и Марсу. Своими буквами в историю космонавтики. Сложно найти человека, который не слышал бы о Юрии Гагарине, впервые полетевшем в космос. Даже в наше время, когда мечты кардинально изменились, и мальчики представляют себя бизнесменами, финансистами. Мечта полететь в космос живет у многих маленьких граждан. В середине 20 века Гагарин навсегда вписал свое имя в мировую историю, став первым космонавтом, облетевшим вокруг Земли. День 21 апреля 1961 года навсегда стал праздником для советских людей. Ведь именно тогда наш соотечественник сделал первый виток вокруг Земли на космическом корабле «Восток». Полет продолжался 108 минут и завершился в одной из деревень Саратовской. Множество наград, но главным были два звания – Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. Советские ученые в освоении космоса не только проложили дорогу в космос, но и сумели вывести Советский Союз в лидеры среди космических держав. Мы гордимся российскими учеными, открытия которых позволили поднять мировую цивилизацию на самый высокий уровень. 2021 год – год науки и технологий. Как уже было сказано, это прежде всего возможность рассказать о новых исследованиях, быть образованным, больше знать, больше уметь. Но путь к знаниям нелегок. Он требует упорства и настойчивости. Исследуйте, учитесь. Все в ваших руках. Прорыв в технологиях, экономике и достижение социального прогресса возможны только при высокой востребованности науки, утверждал Нобелевский лауреат Джарес Алферов. Задача нынешнего года –
привлечь талантливую молодежь в сферу исследований и сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством проектах в области науки и технологии. Но в конечном итоге они сделали великие открытия. Мы желаем вам больших успехов в учебе, в жизни и в здоровье. Спасибо. Давайте жить дружно и весело, и учиться хорошо. Все.